Самарской области пасмурно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Днем минус 2, минус 4 градуса, ночью 4-6 ниже 0. Ветер западный 2-4 метра в секунду. В Сызрани на небе тучи, в светлое время суток минус 3, в темное минус 4 градуса, западный ветер 2 метра в секунду. В Тольятти пасмурное небо, днем минус 3 градуса, ночью 5 ниже 0, западный ветер 3 метра в секунду. В Самаре пасмурно, днем минус 3, ночью 6 градусов с минусом, западный ветер 3 метра в секунду, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 81%, геомагнитное поле возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.